Сегодня произошло очень значимое событие для здравоохранения не только нашего детской больницы, но и для здравоохранения всей Вологодской области. Сегодня было открытие памятной мемориальной доски Тельковой Светлане Алексеевне. Это заслуженный врач Российской Федерации, главный врач Вологодской областной детской клинической больницы в течение практически 30 лет. Светлана Алексеевна была необыкновенным человеком, всесторонне талантливым человеком, всесторонне развитым, очень гармоничным. И она прекрасно понимала, что такое детское здравоохранение. Это был грамотнейший организатор и стратег развития детской службы в области. И вот делом жизни ее было это строительство больницы. Она жила этим, она думала об этом, мечтала об этом. И это строительство тянулось достаточно долго, но, к счастью, мы в конечном итоге получили то, что хотела Светлана Алексеевна. Часть здания была сдана еще при ней в эксплуатацию в 2003 и 2009 году. Но вот основной корпус был сдан в эксплуатацию, мы переехали сюда в 2012 году, тогда, когда уже Светлана Алексеевна не работала. И вот самое важное, что сделала Светлана Алексеевна, это создала прекрасный коллектив. Самое главное в жизни ее было – это люди, подбор коллективов, подбор кадров, чтобы каждый знал, понимал, что он делает, чем занимается. И она, как грамотный руководитель, понимала прекрасно, что не надо людям мешать работать. Они сделают очень сами многое. Нельзя убивать инициативу в человеке. Потому что если нужно было подправить, она где-то подправит. Под ее руководством работали, но она умела очень хорошо делегировать полномочия. Ну и, конечно, нас контролировать. Поэтому в жизни больницы произошло важнейшее событие по установке мемориальной доски Светлане Алексеевне Тельковой. Это произошло после 4 лет ее ухода из жизни. Это произошло в значимый год. Ей в этом году Светлане Алексеевне Тельковой 19 апреля этого года исполнилось 80 лет. И в преддверии Дня медицинского работника. Поэтому совсем недавно был День защиты детей. Настолько все вот символично, что теперь она постоянно с нами. Она вот с той улыбкой, которая есть у нее на лице на этой фотографии, она нас будет встречать. Уходя с работы, мы будем как бы ей отчитываться, что сделано, что неправильно сделано, что правильно сделано. И самое главное, идея всего коллектива и желание всего коллектива – это чтобы дети получали хорошую медицинскую помощь, профессиональную помощь нашим лечебным учреждениям. Я надеюсь на то, что мы все ее чаяния, надежды и ожидания будем оправдывать.